События, речь о которых шла сегодня в рамках расширенной конференции, связаны со Второй мировой войной. В это непростое для многих стран время Беларусь переживает важную веху своей истории – воссоединение двух ее частей – западной и восточной. Этот этап в жизни нашей страны стал предметом тщательного изучения историков, краеведов, политологов, которые сегодня в Бресте делились своим видением и мнением. На мой взгляд, тема, связанная с 17 сентября, с воссоединением Западной и Восточной Беларуси, это очень важная тема, потому что дата – один из краеугольных камней становления современной Беларуси, современной белорусской нации. Без этого события нельзя представить и сегодняшнюю Республику Беларусь. Это было бы неправильно не вспоминать эту дату и, наверное, неправильно эту дату забывать и как-то отодвигать, потому что мы видим, что все ищут свои исторические корни, соседи, все пытаются найти какое-то свое обоснование, понять, откуда государственность. У белорусов эта государственность тоже есть. События 80-летия воссоединения Беларуси имеют огромное значение и для нашего государства, для союзного государства, для Беларуси, для России. Но кроме того, они имеют огромное личное измерение для меня, потому что здесь, в Брестской крепости, с 1940 года служил мой дед, Василий Иванович Гаврилов, и 22 июня 1941 года, он, будучи начальником 125-го полка, принял бой, первый бой здесь, в Брестской крепости. Здесь находилась его жена, моя бабушка, и их сын, мой отец. Они остались живы, оказались в партизанских отрядах, послужили всю войну. Сейчас дед похоронен рядом с Брестом. Проведение конференции поддержали представители дипломатических миссий, руководители общественных объединений, организаций, журналисты, политологи, ученые-краеведы. Дискуссия получилась достаточно активной и разноплановой. Однако в одном мнении схожи все участники открытого диалога. Событие это важно с точки зрения истории. Важная веха в истории белорусского народа. И, наверное, на сегодняшний день может быть недостаточно освещаемое и недостаточно привлекаемое внимание к этим событиям. И наша конференция – это такой тоже шаг к привлечению максимального, может быть, общественного внимания к событиям, действительно столь важным событиям для современной Беларуси. Заслушанные в рамках конференции доклады станут основой методического материала. По итогам мероприятия организаторы планируют издать сборник.